новости. Если бы Возген был бы жив, у нас была бы такая же армия, как есть сегодня. Об этом сегодня в пантеоне Ярабл-Ур, в беседе с Первым информационным отметил глава Генштаба Вооруженных сил Армении, генерал-лейтенант Мовсес Акопян. Акопян считает, что мы вполне готовы выстоять в случае вероятной войны, и сейчас осуществляем наступательную, а не оборонительную политику. На замечание о том, что со стороны Азербайджана стали чаще звучать заявления о намерении захватить Армению, а сейчас нацелились на Ереван, Мовсес Акопян отметил, что в этом смысле в Азербайджане никогда не происходит перемен, они с 1995 года в Шуши пьют чай, сиронизировал глава Генштаба Вооруженных сил Армении.